А это хатка казачьего Деда Мороза. Вот отсюда он выходил. Пойдем посмотрим, как он тут живет. Как в общаге. Все деревянное. Тумбочка прикроватная. Кроватка советского образца. Самовар с чашечкой. О, тут печка даже есть. Ух ты, нифига себе, тут даже есть электричество у него. Жить можно. Солнышко выглянуло, прелесть какая. Еще и будем из пушки сегодня стрелять. Тачанка, раз тачанка.